Было. Было. Спектакль спортивной сцены, который по пьесе Родзинского поставил Валерий Фокин. Это был период, когда Фокин работал в театре Ермоловой. Москва одолевала кассы театра Ермоловой в надежде достать лишний билет. Олег Меньшиков говорил о том, какое было счастье для него играть с Дорониной и Татьяной Догилевой. Вот ты знаешь, как у твоих японцев называется получить взятку? Вытащить перо из пробегающего гуся. И в очень культурную страну едешь. Вот у нас говорят, дай на лапу. У них человек выражается поэтически. Я стою на берегу полноводной реки и все жду, когда взойдет луна. Вот это ты запомни, а то вот все время даешь, получаешь, получаешь, даешь. Ну что ты мелешь? Что ты мелешь, тварь? Люба, я очень порадовалась за тебя, что тебе все удалось, и никто никому не сообщил, как тебя застукали в чужой квартире с чужой женой накануне Японии. Я знал, что это ты!